этом видео я расскажу о нескольких советах по уходу за ногтями. Первый совет: пилим по сухому, режем по мокрому. Пилочку, бафики, полировочные пилочки используем только когда у вас идеально сухие ногти. Только в таком состоянии ногтевая пластина будет меньше повреждаться. Отрезаем заусеницы, отодвигаем и отрезаем кутикулу. А также подрезаем длину ногтей только после ванночки. Так кожа вокруг ногтей размягчается, ее легче удалить, а ногтевая пластина напитывается водой и становится более эластичной. И при этом менее травмоопасно становится убирать длину ногтя при помощи клипера. Таким образом ногти не будут расслаиваться и повреждаться. Следующий совет – использование перчаток. Пусть это будет вашей привычкой. При каждой уборке, мытье посуды, стирке и любой работе, связанной с водой, использовать резиновые перчатки. Да, поначалу вы будете просто забывать их надевать. Это не совсем удобно. Но поверьте, так вы намного лучше сохраните свои ногти. Просто приучите себя при каждой процедуре надевать перчатки. И через неделю вы уже заметите разницу. Правильный уход за кутикулой. С кутикулой работаем только после того, как мы распарили ее или нанесли смягчающее масло. Также не забывайте, что лучше использовать апельсиновую или бамбуковую палочку. Почему? Да потому что это самое мягкое дерево, и оно не травмирует ни ноготь, ни кутикулу. Следующий совет – ванночки каждую неделю. Просто сделайте себе режим. Вам каждую неделю потребуется время для спа-процедуры и ухода за ногтями. При этом не обязательно посещать мастера. Есть довольно бюджетные, но очень эффективные ванночки для ногтей. Моя любимая, например, солевая. Также перед или после каждого маникюра или педикюра не забывайте очищать и дезинфицировать приборы. Казалось бы, каким образом это может влиять на здоровье ногтей? Но поверьте, например, при удалении заусеницы можете ненароком порезаться. В таком случае занести инфекцию очень легко, а избавиться от нее очень сложно. Поэтому изначально приучайте себя к чистоте маникюрных инструментов. На этом все. Надеюсь, эти советы оказались для вас полезными. Если это так, не забудьте поставить пальчик вверх внизу под этим видео. И я буду стараться снимать подобные ролики чаще. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ничего нового. Не забывайте посмотреть еще пару роликов на моем канале о ногтях. Спасибо вам большое за просмотр. А я вас всех целую и пока!